6 июля 2017 года. Возвращаемся после вечернего богослужения. Вот наши ребятишки. Гости наши. Они идут. Вот оттуда вот приехали еще одни гости. Вот они. Уже ждут нас. Ну, сейчас узнаете, кто приехал. Кто приехал? Узнаете. Кто приехал? Коля, иди. Сейчас узнаете. Мир вам. Выходите. Мир вам. Здравствуйте. Давно ждете-то? А вы с храма идете? Да, с храма. Ну. Только мы у Романа спросили, говорим, богослужение же, наверное. Он говорит, нет, нет, ничего. Да? А он, наверное, не знал, поди. Здравствуйте. Я еще спросила, говорю, сегодня, наверное, богослужение. Он говорит, нет, нет. А он там не был, что ли? Не был. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Приездом вас. Мир вам. Долго вы приехали? Нет, ненадолго. Вы на Малине были? Да, вроде. Как доехали, нормально? Нормально. Ну, так завтра. Еще быстрее даже, чем просто. А что, не так блуждали? 600 километров. Мир тебе. Объехали немножко. А, объехали. А то в тот раз объехали? Круг делали? Нет, в тот раз мы с Барнаула ехали. А сейчас получилось, что мы с Корчина ехали. А навигатор нас обвел вокруг. Пришлось, короче, петлю опять сделать. А, вон как. Ну, навигатор есть, да, у него такой. Да, подвозит. А он уводит, все, смотрим, дороги нет. А на крещение кто-нибудь приехал, да, уже? Ну да. Вот мы не знали-то. А мы приехали, никого, вся деревня пустая. Понять не можем, вообще народа никого нет. Роман говорит, за ягодами ушли. А они говорят, все за ягодами ушли на разъезд. Да ну, в такую погоду, какие ягоды? Не, ну так, а хорошая там погода, не жарко, комаров нет. Не. Я и удивился. Мы просто даже с утра-то даже и не думали, что будет богослужение. А то, что после обеда нам, я позвонил, батюшка говорит, богослужение будет. Это просто службу разделили, да, пополам? Не, почему? Так завтра же праздник, Иоанн Креститель. Ну, я знаю, я и говорю, службу разделили, но вчера, завтрашнюю. Ну, я не знаю, как там. Суббота и завтра тоже еще. Ну, обычно, когда накануне праздника, обычно молятся вечером, вот у нас так. И на второй день, чтобы короче было. Около 2 часов, то есть, чтобы, да, полностью. Я смотрю, здесь посмотрели. Нет, это с Романом, по-моему. С Романом, с Романом. А у него это, голубятня наклонилась. Вот он это, с ним советуется, видимо. Мы оттуда уже весь все зерно перетащили. И голубей будем сегодня убирать. Да, опасно. Да не сгнило, там верхняя часть почему-то катится, у него там не закреплено до конца, оказалось. На столбах не закреплено, да? Ну, я не знаю как-то, я так до конца там и не понял, что там. Вообще не понял, переодели, встали уже в сад. Теперь двое тут постояли, смотрите. Да. Ну, у нас так уверенно, Роман, что... Да, а мы, я не знаю. Можете говорить, а сходить разъезда, там за поворотом. Мы же оттуда заехали, прямо там чуть никого не видали. Ну, ну чтоб там, чтоб кто-то брал чего-то. Галина, как всегда, в хорошем настроении. Да. Да. А мы первым делом спросили, здесь ли Галина загуляет. Кого спросили? Здравствуйте. Ну он знает, мы за ягодой ходили в храм. Я смотрю, что
хорошо, мы сегодня по короткой дороге ехали. В прошлый раз по длинной. Устали, ну, на 200 с чем километров. Все равно пришлось объехать вокруг. 250. Через Корчин, через Алис. Все равно нас обвел навигатор вокруг. А навигатор нас все равно вот так обвел. Как будто мы Барнаула. Как у вас дела? Отлично. Нет, все, при... слава Богу. Ни одного человека. Пойдемте или вы подождете, ну, да. Игнатий Ильич? Подождем. Ну ладно, вы ждите, нет. Мы пойдем на ужин готовить. А мы разгрузимся тогда. Ну конечно, Вы можете заехать, открыть с турки, да, заехать. А вот где нам можно поставить палатку? Я не знаю, это вот с Игнатием Ильичем советуюсь. Это твоя усадьба. Моя усадьба. Ну, усадьба, как сказать. Ну я так думаю, где-то здесь палатку воткнем и машину. Официально моя усадьба. Они официально Игнатий Ильич командует. Это вот ее заваливать начало, да? Да, на ту сторону. Да, 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 да. Ну вот потому что вот это вот большое сверху. А там еще и тюреки стояли с зерном, и они как бы немножко перевешивали. Прямо на самом верху? Ну там внутри-то, да. О, да конечно тяжелые. Тяжелые. Как вот мы сейчас ехали, вот такая вот. Дерево упало на дорогу там возле Мамонтова. Ну, у нас тут тоже падали, мы пилили, да пилили. Это был ветер большой, вон, да? Обломлена ветла, он там лежит. Ну, вижу, вижу. И там же ветла по дороге упала. Но она вот прям такая. Тут и клен, и это. Береза даже обломана была, верхушка. То есть ветер хороший тоже прошелся. У Никиты 3 шиферина сорвало, он на дому. О, так это вообще был очень сильный ветер. Ну, сильный, да, очень сильный. Мы ехали по дороге, тоже дерево упало. Ну, я говорю, ветла-то большая такая была. Так, ну давай вытаскивать. Слева. А что насчет палатки-то? Игнат Тихон сейчас спросим, ну. Володя говорит, что он не скажет нам куда. Нет, а просто здесь, где-то здесь, потому что здесь мы и дрова, и все завозим. То есть здесь можно помешаться, я имею в виду здесь вот именно. Ну. То есть на где-то в другом месте. Ну, я посмотрю, сейчас Игнат Тихон скажет. Какой-нибудь уголок рядом, машину там ставить. Может, он вообще скажет, давайте лучше по домам. У нас же дома свободные стоят. Вам что, палатка? А какие дома? А вон там, сейчас он не стоит. Мы просто думаем, что на свежем воздухе лучше выспимся. Но... Почему? А там тоже нормально что-то, да? Конечно. Форточка, если не открывается, то можно сделать. Не, а я... Где-то... А картошку вы садили здесь, да? Да, мы садили. Нет, это матушка садила. Мы грядки. А-а-а. Мы тут только грядки посадили. Я смотрю, у вас цветы там вон какие-то даже растут. Это от бывших хозяев, видимо, многолетки были, они остались. Флоксы. Эти уже мы сами садили вон там. А ну правильно, а потом мы увидели, что прошел Алексей с Надеждой Васильевной сестрой. Вот Нина Васильевна. Ага. Мы говорим, тогда нет, это служба. А потом-то я поняла, она же не ходит. Ну да, это они понятно. Же старообрядцы, да. Поняла. Они сами молятся у себя там. Это Тарас. Проходите в дом быстрее. Тарас, как проводи, куда идти? Да? Ну, куда идти? Куда это еще? Прямо и направо. На кухню. Прямо да. И на кухню. Да. Разуваются здесь? Нет, нет, нет. Нет, надо, не надо. Нет, здесь нет. Ласточки нет. Двери не закрывать. Ой, не хлопать. Вон. А вот на стол кладите, на стол. У нас чистые, заберут они. Сейчас они там переоденутся. Угу. И овощи. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина, всему свое время. Знаем, да? Знаем, слава Богу. Мы не знаем, мы вообще очень мало смотрели, поэтому слава Богу, что здесь ехали. Но это уже почти месяц, да? Получается. Да, месяц. Тоже готовится к крещению. Наталья. Анастасия. Очень приятно. Сестры. К крещению сестры, да? Да? А мы-то как от вас в прошлом году приехали, мы приняли крещение. Они-то со своими детьми приехали. А я видела. С мальчиками видели. Они сейчас, да? Это на пол поставить можно. Это овощи. Угу. Это там на кухне. Вон там можно. Возле стола. И вообще здесь удобнее, Володя, или нет? Где? Ну здесь. Да конечно, еще в доме, да? Честно. Ни комариков, ничего нету. Сестры нарадоваться не могут. Единственное, только на кухне немножко жарковато. Потому что хлеб выпекаете, да? Да, хлеб выпекем.
Угу. Даже пианино здесь. Оно не работает, да? Нет, его настраивать надо. Потому что Лиза, это там я вчера включила и дома там по делам слушала, как она играет. Кардиолик шоу. Я не видел его. Развлекаете вы меня дома. Я включаю и кино смотрю, наш сериал. Смотрю, да, это ваш сериал. И смотрю. Вчера, говорю, пока Ливия играла, я готовила и слушала. А-а-а. Видишь, как много. Да. Да, да, да. Наташа, протирай, сейчас позвоню Лене. Слава тебе, Боже, слава тебе. Где играть вот сюда? Я думаю, вот сюда. Не идет что-то иначе. Скажи, пожалуйста, тут у нас два путешественника, и нужно к механизму к тебе обратиться. А что за травы? Лимончей? Лимончей? Да, сыр. Ты его знаешь, когда он исполнил. Ну, я могу бак принести. Есть бак вот с крышкой. Да, нужно еще, потому что это точно тебя. Есть, есть. Я схожу сейчас. Можно так подойти. Паспорта взять и карточки, да? Или наличка. Вот спрашивают, а можно наличкой? А ты со своей картой рассчитаешься, они тебе наличкой дадут. Так можно, Лен? До Барнаула на поезде.